Привет! Меня зовут Дими, и сегодня я расскажу про новейшее базовое устройство M5 Stack Core S3. Первым делом распакуем коробку, посмотрим на комплектацию. Далее разберем устройство с помощью шестигранного ключа и ознакомимся с некоторым аппаратным обеспечением. Затем включим электропитание и опробуем демонстрационное программное обеспечение. После прошьем Core S3 UI Flow 2 и посмотрим на доступный функционал. Улыбочку, друзья! M5 Stack Core S3 – новейшее и самое функциональное базовое устройство, выполненное на микроконтроллере ESP32-S3. На лицевой панели жидкокристаллический IPS-экран с диагональю 2 дюйма и разрешением 320 на 240 пикселей. Емкостный сенсор, камера 0,3 мегапикселя, датчик освещенности и приближения, а также два микрофона. Core S3 спроектирован с применением лучших инженерных решений, накопленных знаний и опыта от прошлых продуктов. Обладает богатейшим аппаратным обеспечением и высочайшим качеством исполнения и сборки. Основная часть электронных компонентов, расположенных на печатной плате, защищена от электромагнитных помех металлическим экраном. Пользователю доступна шина M-Bus и разъем для подключения аккумулятора. Одной из интересных особенностей является возможность программной настройки маршрутов электропитания благодаря микросхеме AXP2101. Завершающий модуль оборудован качественным литий-ионным аккумулятором на 500 мАч с контроллером зарядки TP4057. Для электропитания от внешнего источника постоянного тока предусмотрен понижающий преобразователь SY8303AIC с разъемом DC. Для подключения юнитов есть два ГРОВ-порта. Хорошо, а теперь давайте прошьем устройство программным обеспечением UI Flow 2 и посмотрим доступный функционал. Обратите внимание, чтобы перевести устройство в режим прошивки, необходимо зажать кнопку перезагрузки на 3 секунды до тех пор, пока не мигнет зеленый светодиод. Пользователю доступна новая программная возможность – файл I/O для работы с файлами как во флеш, так и на карте памяти. Новых аппаратных возможностей стало больше. Появилась функция Pin Button, с помощью которой пользователь может подключать внешние кнопки напрямую через контакты. Динамик устройства теперь способен воспроизводить не только WAV, но PCM форматы аудио.
Также можно получать данные об освещенности в люксах. UIFlow 2 обладает UI-редактором с более богатым функционалом. Для доступа ко встроенной камере необходимо перетащить соответствующий блок в область экрана виртуального устройства. Справа появится набор свойств. Когда аппаратная возможность включена, появится соответствующий раздел в области редактора кода. Данное базовое устройство является лучшим в своей линейке. Его функционал открывает большие возможности для реализации самых разных проектов и решений. Нажмите «Нравится», если хотите видеть как можно больше новых проектов на Core S3. Также не забудьте подписаться. Спасибо за просмотр. До свидания. STEM-контент сделал Дими, текст читал Сергей Колбинцев.